От балалайки до фортепиано, от скрипки до саксофона. У каждого инструмента свой голос, свой характер. Но мелодию добра можно сыграть на всех без исключения. Детский инструментальный фестиваль провели на новой благотворительной площадке города, в Добром кафе. Главная цель фестиваля – это показать, как много у нас талантливых детей. Идея – поддержать молодежь, поддержать их начинания и, возможно, способствовать процветанию музыкантов юных в Севастополе. Участникам фестиваля от 5 до 16 лет, но у большинства опыт игры на музыкальных инструментах внушительный. Иван Сорокин впервые взял в руки гитару 5 лет назад, как все мальчишки, очарованные дворовыми песнями. Сейчас занимается в музыкальной школе и задумывается о творческой карьере. Почему ты выбрал именно гитару? И что ты можешь рассказать об этом инструменте? Ну, не знаю, почему я гитару выбрал. Просто мне как-то очень хотелось в ней играть. Ужасно. Маленький тогда еще был. Какие у тебя планы на будущее? Научиться хорошо играть и зарабатывать так вот. А где бы ты хотел играть? В какой-то рок-группе, в оркестре? Да в оркестре или просто сольно. Если многим мальчишкам нравится гитара, то юные барышни часто отдают предпочтение утонченной скрипке. Дарина Хлебникова осваивает этот инструмент с 3 лет и уже не раз выступала перед публикой. На ракушке в доме Москвы, в музыкальной школе. В музыкальной школе я получила 1-е место. За победу в фестивале боролись 25 самостоятельных исполнителей, 6 дуэтов и 3 музыкальных коллектива. На этом инструменте я занимаюсь 6 лет. В этом году я вот недавно получил диплом об окончании музыкальной школы по классу саксофона. Полгода назад мы вот создали, так сказать, свою группу, а инициатива началась с того, что мы вот играем все вместе в эстрадном симфоническом оркестре под управлением Ярины Петровны Погонец. Вот. И как-то раз я, барабанщик и вот скрипач, мы как взяли инструменты, так попробовали, получилось, нам понравилось, мы начали развиваться. Оценивали мастерство участников известные севастопольские музыканты и педагоги. Победителям вручили подарочные сертификаты, грамоты, памятные сувениры, сладости и денежные премии. Наталья Данилова, Виталий Козловский, Севинформбюро.